И всем привет, вы на канале Ведро и The Gaming, меня зовут Александр, и сегодня у нас кроссаут, давненько сюда не забегали, будем исправлять. С последнего видео есть неплохие изменения, в игру добавили новую фракцию для прокачки Дети Рассвета. Да, это именно те фанатики, благодаря которым наши крафты научились летать и стрелять всякими крутыми лазерами. Теперь их не нужно покупать на рынке, а можно просто скрафтить, прокачав немного репутации. И это очень хорошо. Также стал доступен новый Battle Pass с просто диковинными модулями, с восточными названиями и не менее крутыми механиками. Мы их обязательно посмотрим, как только их скрафчу. Сейчас Yo-Kai уже в процессе. Ну а сегодня будем знакомиться с модулем из другого Battle Pass 6 сезона. Этот БП был доступен на момент старта кроссаута в СНГ, и, естественно, тогда я его прикупил и благополучно прошел. Итак, встречайте модуль Дамка. Миноукладчик с большим уроном, естественно, низкой эффективной дальностью. Все-таки это мины. Естественно, геймплей с ним настолько специфичный, насколько это возможно. Это даже не турели, но от этого еще веселее. Расход энергии 3 штучки, а значит на крафт можно поставить до 4 дамок. Что по крафту? Первый 3 дамки, инвиз, фиольная кабина медведь и гусенки, куда ж без них. Максимальная скорость 70 км в час, это немного, но это, как говорится, честная работа. Погнали в бой. Да, ребятки, пока делал видос, пришло оповещение, в апгалере запустили рулетку, можно вытащить голду, прем и фиол пушку. Или ничего, это как повезет, так что дерзайте, ссылку куда-нибудь впихну. Окей, давайте посмотрим, кто здесь есть. Есть пара ботиков, есть живые. Замечательно. Микрофоны я вроде все выключил. Надеюсь, лагать звук не будет. Но если что, не судите строго. Мчимся со всеми в бой. Я думаю, надо держаться все-таки позади. Но в общей массе, чтобы накидывать бомбочки в самые нужные места. Ага. Делается это приблизительно вот так. Кинули, вот они расположились. И какой-нибудь счастливчик обязательно на них наедет. В ПВЕ-миссиях тоже, кстати, весело. Вот, смотрите, парень на нас сагрился. А что такое? А мы в инвизера влепились. Ну-ка, давай за мной поедь, мужичок. А вот так вот если сделаем. Батяра, я здесь. А почему две бомбы выкинулись? Ой-ой-ой. Злой агент какой-то. Хоп-хоп-хоп, наехал, смотрите. Им уже прикольненько. Блин, что-то меня заносит. Ничего страшненького. Вот, все гоняют. Ну, это боты. Боты, идите сюда. Бомбы держи. Хопа, без колес остался. Ну, веселуха, короче, полная. Но там же живые стрики подтягиваются. Начинается замес. Как бы так стать-то хорошо? Так, давайте в инвиз уйдем. О, пацан, на курьих ножках, я забыл, сюда же эти ноги добавили. Теперь геймплей вообще веселый стал. Давайте задних попробуем заминировать. Да, блин, что ж тебя так носит-то? Второй крафт будет на колесах. И гусеница теперь вообще заносится. Ну-ка, парень, давай, сюрприз. Пыцк, подарочек получил. Давайте в инвиз уйдем. Вы были помечены, меня пометил кто-то. Ну, я говорю, геймплей такой специфичный, можно два раза бомбу укладывать, потом будут они заменяться, так сказать. Здорово, парень. Меня пометили, отстань от меня. Иди сюда. Ну, едь сюда, я здесь на боку лежу. Давай еще раз. Раз. Два. Ну, вроде бы урон получает, но, блин, меня буцкают меня. Ну, бомбы, это, кстати, довольно... А ты что, нет, он не переагрелся? Едь сюда за мной. А, все, проиграли. Хороший бой, давайте еще раз, что-то мне понравилось. Вот он, пацан на курьих ножках, смотрите, какие крафты классные стали. Итак, погнали, тут уже надо думать. Блин, какую ты кракозябру собрал, парень. Просто жесть. А я продолжаю падать на бок. Что-то я не отсчитал свой крафт, блин, там пушки не стреляют. Ладненько, давайте вот здесь вот их встречать, они обычно вот отсюда появляются. Либо они кемперить сейчас будут. Так, одного вижу, на мосту. Там то ли вышка, то ли что стоит, турелечка. Ну, у нас бомба есть, вот парни есть, это, кстати, боты, по-моему. Они всегда там веселятся. Ох, как пули летят, видели, да? Сейчас мы им подарочки выложим и поедем в туннельчик, наверное, так. Подарки всем бесплатно! Я угощаю. Давай, раз. Да отстань от меня, парень. Блин, остался-то, слушайте, а. Ну, вроде бы получают на пироги. Меня никто не видит, я в инвизии. Раз, два, три, четыре, пять, и уходим в инвиз. Пусть они тут веселятся. Вон, смотрите, все поле боя изгадил. Но никто по нему не ездит. Парень, смотрите, в засаде стоит. Ох ты, как больно. Раз, два, три, четыре, пять. Выезжаем. Что-то там взрывается, оружие потеряно. Все замечательно. Давай еще. Инвиз потерял, вот это плохо. Он за мной едет. Не едь за мной. Ну, кстати, давай. Чуть-чуть еще. Да хватит. Ломает меня полностью. Сейчас я подарков тут накидаю. Ну так, надо привыкать, конечно, ко всему этому делу. Ладно, валим. За мной едет кто-нибудь? Нет, не вижу на радаре никого.
Насливался очень знатно, и меня, походу, бот убил. А нет, какой-то крутой парень. А, вот он, смотрите, на пушках. Ну, блин, мне не нравится, надо еще раз сыграть. Так, давайте подождем ресурсы. Давай, парень, сливайся быстрей. Ну, Леон, давай, замечательно. Как я, молодец, моя школа. Это кто такой лидер? Смотрите, какой робот классный. Вот это же Скарик, блин, вот это крафты. Итак, давайте дубль 3 сейчас должны просто победить, а то иначе дамки почему-то не работают, да. На самом деле, раз на раз не приходится, иногда получается очень весело, а иногда не очень, да. Здесь постоим, подождем, пока кто-нибудь подъедет, либо когда бой завернется, начнется, тогда будем уже страдать. Очень быстро у меня инвиз вынесли, хотя он так спрятан, смотрите, между дамочками. Так, ну вот, смотрите, куриножки уже встали на позиции, сейчас будут обмениваться арт-ударами. На самом деле, для меня вот этот геймплей самый-самый классный. То есть стоишь такой, палишь без палева, издалека. А где все месяцы-то? Вон там парень на боку лежит. Вон кто-то, смотрите, уже падает. Ну погнали, это живой, кстати. С живыми интересней. Я не посмотрел, кто здесь боты, да уже, в принципе, не важно. Судя по замесу, все живые. Вот я вообще могу вот так вот ездить, да? Разрисовка у крафта божественная. Погнали, давай. Заносят, потому что снег, ага. Ну, втроем-то мы его убьем. Дай я на него хоть посмотрю, дай минку поставлю. Ладно, спасибо, мужики. Погнали дальше. Едем тогда на базу. Что-нибудь попробуем там выложить. Хорошего. Есть кто? Давай, смотри. А ты что стоишь? Вроде бы не бот. Давайте я медленно сдаю назад. Вот это сложно, видите? Даже в стоящего минами попасть сложно. Но мы сделаем. Хорошо, что Friendly Fire нет. Не, ну так-то имба, слушайте, мы его взорвали, ну почти что мы. Хорошо. Вот так вот бы их все стояли, было бы весело. О, базу почти захватили. Вперед! Блин, одну захватили. Ну пацаны наши добьют. А ты здесь что стоишь? Тоже отдыхаешь? А чего вы все отдыхаете? А, нет, не отдыхает, смотрите. Мужик, здорово, как дела? Нет! Нет, пожалуйста, нет. Бомбы. Всем по бомбам, всем по бомбам. Да я покажал, уйду. Ну, смотрите, ему хорошо досталось. Ты еще хочешь? Ну, получай, мужичок, получай. Я в инвиз уйду. Ой, как хорошо-то. Вот так вот давай. Меня, конечно, бьют твои эти. Я уже и колеса потерял. Но ему тоже было весело. В принципе, норм получилось, да. Хорошо, посмотрели мы крафт с тремя дамочками, теперь давайте другой глянем. Теперь второй крафт, 4 дамки, кабина, дальнобой, другой на 12 энергии у меня просто нету, инвиз и внезапно колеса. Да, я сам в шоке, все это дело мчится на 73 км в час, так что поползли в бой. Итак, кольцо пепла, очень хорошо, база посерединке, надо будет ее сразу же заминировать. О, парень, смотрите, с какими злыми пусками. Я даже не знаю, как они работают, потому что столько нового добавили, просто жесть. Одни лазерами стреляют, другие сразу и ракетами. Короче, просто кошмарики. Ну вот она, база. Давайте, дяди. Какой парень, блоки. Что, какие-то штуки, слушайте. Надо валить отсюда. Ну ладно, вы сами сюда подъехали. Один раз живем. Кабины танкую, ее красоты. Можно мне инвиз? Нет, нельзя, хороший бой. Опять быстро стрелились. Ну блин, у них оружие просто жесть, смотрите. Еще и прокачанная до 15 уровня, какой-то тенсей. При попадании всей очереди что-то там получается, хорошо. Вон, смотрите, даже на 4 ногах есть. Вор судеб, просто жесть. Так, ладно, погнали на базу. Потому что они обычно вот отсюда выезжают здесь. Блин, машинка вроде бы быстрая, а вроде бы нет. Не пойми что, короче. Ой, ёпарасоте, да, я так вожу. Давай переворачивайся быстрее. А то сейчас весь мой этот фланг-капкан провалится. И где-нибудь здесь сделаем подарочки, давай. Так, чисто для прикола. Раз, два. И уезжаем в закат. Все, и считайте, отсюда уже никто не захочет выезжать. Мины, можно сказать, работают. Базу захватывают, ё-моё. Пацанчики, вы где? Давайте на карте посмотрим. Ну, блин, никого нет на карте. Все там месяцы, наверное. Ну ладно, давайте им поможем. Солянова на базу я не хочу ехать, а то сразу же проиграю. Защищаем базу, чё, 60%. Езжайте, защищайте. Вон они все стоят. Ну что ж, придется тогда... Да сколько тут красного всего. Как мне этот, блин, плацдарм штурмовать? 70%. Но ничего страшного. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Бомбочки пошли какие-то, турельки. Все в меня, блин, это вообще что происходит? Давайте дубль 2 теперь со всеми поедем. Я не хочу один умирать. Это очень неприятно.
Так, это, походу, ботяра едет, нет? Ну ладно, доверимся ему. Все, поехали туда. Да тут много ботов или что? Юр, концерн 762. Ну, блин, зато весь в мигалках, я таких ботов не помню. Ну да, замечательно, вы встали. По-моему, сюжет повторяется нашего боя. Какой яростный парень едет. Дайте я вам помогу, что ли? Дайте упороса, это вы что, издеваете, что ли? Подождите, нету времени. Сейчас я отвечу, подождите секунду. Так, продолжаем, поговорили по телефону. Как раз у нас есть 2 минуты, просто молниеносные бои и все это. По работе отвлекают. Так, рвемся, рвемся в бой, где все? Молниеносная скорость. Но судя по счету, у нас все плохо. Пацаны не это. Не сдают позиции. Вон там кто-то огненный едет, красный. Вот они, видите, эти заслоны новые тоже. Неприятная вещь. Парень, 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 всем по подаркам. Противник захватывает базу. Но зато мы выжили, у нас еще есть 2 веселых колеса. О, парень, ты за мной что ли едешь? Он такой же, как я! Здорово, мужик, братан! Я с тобой! Блин, сейчас взорвусь, наверное. Объехали вроде бы. О, еще на этих штуках, смотрите, гоняет парень. Такой пуль, знаете. Давай! Давай, 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 ко мне, мужик! Твоя гибель неминуема была бы, если бы мне пол корыта не оторвало. Давай, вот так вот. Еще хочу. Бомбочки, да. Да куда ты едешь? Я ему говорю назад ехать, он вперед едет. Че это такое? Он ржет, наверное, надо мной. Так это мои или не мои бомбы? Это, походу, не мои. Я думал, наши стоят. Да дай, я проеду. Машина вообще неуправляемая. Захватываем базу. Ладно, я еду базу захватывать. Машина неуправляемая. Она не туда едет, куда я хочу. Ёбарас, это просто жесть. Я не люблю колеса. Вот поэтому я не люблю колеса. Потому что он вообще не туда едет. Это, похоже, вражеские штуки. Они, по идее, должны красным гореть. Почему синенькая? Ну, зато мы выиграли. Общими усилиями мы выиграли. Хорошо. Я даже, наверное, буду не на последнем месте. Так, подождите. Все хорошо. Какая-то же скач вообще. Охота поставить гусеницы этому крафту. Че, где? Да я говорю, мы не на последнем месте. Все четненько было. Ладненько, ребятки, давайте последний бой. Вот, смотрите, бомбы. Смотрите, как четко он поставил. Ну, сюда, наверное, теперь никто не поедет. Все на базу погнали. Окей. Вот это мувы, да? А, нет, смотрите, выехал, выехал. Молоточек. Он тоже с бомбами. Что же это такое-то? Держи бомбы, 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 бомбы. А все, за тобой не поеду. Я лучше в инвиз это нажму. Да подожди, мужик. У нас тут дуэль. Кровная месть. Брат на брата пошел. А он тоже в инвизе ушел. Молодец. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это неправильно. Нам нужно в засаде быть. А не вот это вот все. Ой! Паренек. Проехал. Я говорю, бои теперь вообще другие совершенно. Дамок раньше почти что не было. То, что модуль довольно-таки старый. Вот мы базу захват. Ой, бомбы стоят, ну ё-моё, колесо минус, да, получается? Да, получается колесо минус. Вот так вот клювиком прощелкал. У меня еще колеса не самые топовые. Фигота какая-то стоит. Там парень какой-то встречи страшно едет. А он меня даже не видел. А может видел. Неприятно сейчас будет, квазарчики пошли минус. Минус одно, минус другое, или что-то не квазары, но что-то страшное, короче. И опять я все управление потерял. На той ноге скачет калека. Давай, запинывай его туда. Давай, давай, все, он, смотрите, все потерял. Все, что у нас же было потеряно, и мы победили. Фух, ребятки, это очень сложно, и у меня, к сожалению, уже нету времени, так что давайте выводы. Ну что ж, давайте итоги подведем. Дамка, как я и сказал, это специфичный модуль, и лучше его комбинировать с другим оружием, но с нашей задачей, я думаю, мы сегодня справились. Дамки мы посмотрели, и мне все понравилось. Надеюсь, и вам. Всем спасибо за просмотр, всем пока, играйте в крутые игры, скоро увидимся. Пока-пока.